восточной плавности до русского задора. Минорные мотивы сменяются мажорными, а потом снова берут верх. На сцене царят движение и пластика. Участники акции, ребята из разных творческих коллективов города, собрались вместе, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и помочь им собрать средства. Маленькими шагами танца школьники идут к одной большой цели. Я думаю, благотворительность нужна для того, чтобы дети, у которых проблемы со здоровьем, или у кого-то нет родителей, мы должны им помогать. Ассоциация инвалидов-колясочников «Десница» обратилась к волонтерам с просьбой помочь собрать средства на ремонт и содержание транспорта. Ведь возможность свободного передвижения – одна из самых важных для людей с инвалидностью. Средства, вырученные от продажи билетов на концерт, пойдут на нужды ассоциации. Здесь, понимаете, здесь больше как бы удочку даешь, и человек уже как бы получает что-то взамен, нежели я просто приду и дам денег. Просто так интереснее, так красочнее. Благотворительные концертные программы в Самаре продолжатся. В них могут принять участие все, кто стремится, чтобы Самара стала городом равных возможностей для всех граждан. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.